Ездили на Хайнань один раз, это было под Новый год, и это была единственная радость, что мы были у моря в Новый год. Китайцы очень любвеобильная нация к кумирам. То есть вот есть какой-то кумир, китайцы тянутся к нему, и ты чувствуешь себя действительно звездой, ты понимаешь, что это не то чтобы не так. Всегда есть какой-то тормоз. Но у меня в этом плане есть какой-то тормоз. Я понимаю, что они это делают не потому, что я такая классная, а потому, что они очень добрые. Были косяки. Были косяки в первый день, потому что нам было сложно сконцентрироваться, потому что с нами был ты, Руслан. И мы стеснялись тебя. Может быть, ПМС, я не знаю. Наверное, ПМС, да скорее всего. Я человек, я рабочая лошадка на самом деле, и то есть я просто вышел и начал работать. Мы, во-первых, рассказывали историю, которую мы придумали. История там была в каждом блоке. Кроме этого, мы всегда отрабатывали все живьем. Just run away, 'cause you just the only one. But we just are lovers, oh we just are lovers, oh we just are fighters. Никто не ожидал увидеть то, что показываем мы. И, конечно, изначально отношение идет одно, то есть это как и европейские артисты, оно всегда, в принципе, ценится, да, в Китае.
и все ожидают, что это будет обычная танцевальная программа а-ля Бритни Спирс или какая-то костюмная программа а-ля Гага, но и вдруг мы выходим и показываем совершенно другое. Мы показываем театрализованное представление, при этом в котором много секса, много подтекста религиозного, политического и так далее. При этом сами треки не те, которые от нас ожидают. И сначала возникает шок, но в большинстве случаев в итоге люди собираются около сцены и смотрят. Что, в принципе, вообще в Китае проходит редко, потому что обычно выступление идет как фон. Как-то сразу начались обнимашки, и всегда доброжелательно относятся, всегда с улыбкой, всегда пытаются накормить тебя, дать тебе покурить сигарет, попить, что угодно. Да, еда, даже, ну, мне нужно привыкнуть. Тебя, конечно, смущают острота пищи. Это картошка с беконом, с сыром. То есть вот сейчас уже принесу. А это что, это мне, да? Это мое, наверное. Это твое? Ну, там сыр, там... Ну, сейчас принесу второе блюдо, мы поймем. Даже бургер может быть дико острым. Но через какое-то время ты к этому привыкаешь, и потом даже, на самом деле, в России привыкнуть к обычной еде уже намного сложнее. Дальше по-китайски. Так, ну я думаю, Рус, это твое, а это мое. Я надеюсь. Ну да, там бекон. Это значит бекон запеченный, да? Да. А это что? А это с рыбкой. Несмотря на то, что я много чего там попробовал из еды, я ни разу не отравился, ничего такого не было. То есть она всегда, несмотря на то, что она дешевая, она натуральная. Ситуация с самодонфильмами. Фан. Чефан. Чефан. Не фан, можно, да? Да. Все равно что. Это очень важно. Это очень важно. У нас почти совещание. Мое, мое, да? Мое. А, да. Ну, не надо. Так. Так, немного еще. Смотри. Олег, включи, мне нужен свет. Снятые обои. Ну, надо закрыть. Я молюсь, чтобы кондиционер работал. Возможно, мы все время открыто окно, и дождь попадает сюда. Да. Здесь даже недостаточно часто. Что здесь? Футбол! Олег, давай меняться, пожалуйста. Нет. Так вы что сделали? Мы не знали, как номера, они здесь везде разные, и мы сразу договорились, ну, карточки, не глядя, какие номера, просто вручили друг другу. И кому какой выпадет? Мне вот выпало вот это. Хорошо. В общем, мне сегодня повезло. Сейчас я сделаю вот так. Ой, телевизор. То есть я могу вот так вот. Я беру бухло оттуда, а потом сделаю вот так. И все. И меня вы тоже не увидите, короче. Камеру ты не будешь забирать? Хлопни дверь и уйди. Я слушаю. Все, до свидания, спасибо. Это было... Я осталась одна. Я надеюсь, что меня найдут не скоро. В принципе, еды мне на трое суток хватит. Рус, как я выглядеть, Рус?
Чего? Выключить-то как? Да, мне, видишь, нужно еще подготовиться к шоу, все с карточки скинуть. Wherefore the flowers go, long time ago. Wherefore the flowers go, ghosts have picked them everyone. When will they end?